Старт, внимание, марш. Новый спортивный год начинается в Орехово-Зуеве. Во дворце спорта «Восток» открытые тренировки и показательные выступления. 12 секций работает на базе учреждения. Среди приоритетных направлений – футбол, художественная гимнастика, плавание. Что ждут от нового года? Конечно же, новых побед и улучшения результатов. Мы все время стремимся улучшать свои личные показатели, завоевывать награды на различных соревнованиях, так как среди детей и взрослых детей. В данный момент набор, конечно, еще только начался и продолжается. Набираются дети из спортивной группы, спортивно-оздоровительные, даже начиная с грудничкового плавания. В секцию плавания в Востоке принимают 6 лет. Тренер говорит, одинаковых детей нет, поэтому каждому воспитаннику отдельное внимание. Ответственность большая. Стоит задача научить ребенка как можно быстрее плавать, чтобы родителям за него было спокойно. Хочу сказать, что сразу поделить ряд секций, конечно, да, они под собой подразумевают именно непосредственно спортивные направления, а какие-то более оздоровительные. Соответственно, здесь вот, можно их смело, в принципе, поделить. Ну, у каждого, наверное, родителя на своего ребенка определенный план. Кто-то хочет, чтобы эти планы были, развивались в профессиональном спорте, да, а кто-то хочет, чтобы это просто было оздоровление. Для каждого мы найдем время и место, конечно. Конечно, время и место здесь найдется не только для детей. Определенным категориям населения предоставляется бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала. «Восток» в поисках востребованных направлений. Есть планы открыть отделение аэробики и шейпинга. Совсем скоро в учреждении стартует и новый соревновательный год. Планы, как всегда, грандиозные. Начало сезона откроют с мини-футбола. С нашими друзьями, если можно так назвать, Федерации футбола Орехово-Зуево. Вот. А так, в принципе, у нас много всяких мероприятий планируем. То же самое художественная гимнастика, плавание в ближайшее время проведем соревнования. Также ожидаем соревнования по борьбе и дзюдо в ближайшее время. Такие открытые тренировки традиционны для «Спартака Орехово». Вход свободный. Можно ознакомиться со спортивными залами, занятиями в секциях и записаться в группу. Выбор большой. «Спартак Орехово» культивирует более 11 видов спорта. В главном корпусе тренировки отделения бадминтона, баскетбола, легкой и тяжелой атлетики, художественной гимнастики и бокса. Филиалы «Спартак Орехово» также провели дни открытых дверей. В городе их 3. 2 спортивных зала находятся на улицах Кооперативная и Парковская. Здесь тренируется отделение дзюдо. В соседнем со «Спартак Орехово» располагается бассейн «Нептун». Основная наша задача – это осуществление спортивной подготовки. То есть мы готовим резерв города Орехово-Зуево, спортивный резерв города, спортивный резерв области. И поэтому, конечно, хотелось пожелать своим тренерам и нашим воспитанникам достижения результатов. Ну и, конечно, мы проводим работу среди простых жителей, да, кто хочет приобщиться к физкультуре и спорту вообще. Наши двери всегда открыты, приходите к нам, мы будем рады. Открыты двери для всех желающих были и в ФОКе «Северный». За последние 2 года ряд новых направлений. Небольшое здание вместило в себя залы для занятий единоборствами, групповыми программами. И это помимо бассейна и тренажерного зала. Кстати, комплекс был отмечен на уровне министерства, как один из лучших в Московской области. Оценить возможности учреждения могли все желающие. В день открытых дверей для посетителей устроили акцию. Бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала дарили новым клиентам, а постоянных ожидали приятные подарки.